Ёбаный в рот, где я, блядь? Да, вы знаете, это новая игра, и в чем в нем особенности? В нем есть числа, которые идут больше декстиллиона. Я даже таких цифр не знаю. Похуй, поебать, похую до пизды. Ищем флакон. О, новая ачивка. Я понял, в чем дело. 1000 рублей. Скорость крафтинга. А, заметно. Алмазные колбочки. А чё? Понятно. Разблокировка. Это сколько миды ТГТС? Чё? Всё ясно. Оказывается, всё время это буква И. Ёбаный в рот, это чё такое? Чем другую хуйню? 1 квадриллион, 100 квадриллионов, 10 квадриллионов. 1 миллион. А чё медленно? Во. Вот это подойдет. Момент настал. Следующий флакон. Это я буду долго ждать. 20 минут. Это пиздец. И да, почему я редко выкладываю видосы? Потому что у меня там, типа, ну, важные дела, короче, но... Я понял, в чём прикол! Клёво! Мне тому стало интересно, что это за секретка. Может получить все ачивки, может быть, или хз. О! Я не меня уже за***ли. Владимир Путин молодец! Сколько надо ждать? 5 часов, 33 минуты, 20 секунд. Долбоёк! 10 миллионов, покупаем. Меняем на жёлт. Поебать! Почти пасхалка, ёбаный в рот. Только 1000-ную не хватило, правда. И на этом первая часть заканчивается.